друзья в городе и пошли тусоваться. Тут у нас вот дядечка будет рисовать, вот рисует. Потом мы посмотрим чуть попозже. Красиво так уже становится в городе. Еще совсем чуть-чуть и все. Интересно, кто-то будет здесь жить и будет смотреть все парады. И все праздники. Нет, там такие стекла, что ничего не будет слышно. Ну и почти. Так вот в городе. Хорошо. Видите, как проходим тут вот центр города. Вторую половину раздолбали. И потихонечку буду делать. Сначала одну половину, потом другую половину. А интересно, этот фонарь перенесут или нет? Или вокруг него будут плясать? Интересно. Перекрыто. А мы идем в город мастеров. Новая такая дорожка. Здесь кусочек такой, чтобы можно было пройти. Но потом здесь тоже все заделают. Будет красиво. Насадили сколько пальм здесь. Интересно, как это все будет. Ну пока так красивенько намечается все. Чуть я пришла, когда еще день.
секонд-хенд. Маленький магазинчик. Вещички. Сейчас я посмотрю здесь значки, настоящие значки. Вот для швей. Значок. Для доктора. Этот хороший запах пахнет. Курит, как ожидали. Тоже, а, лаванды пахнет. Да, можно что-то винтажное. Даже купить, как понять. Вот это еще. Кто его знает, сколько это вообще будет стоить. И кому вот у меня так будет. Идем туда. Заходим в закрома. Корни
Друзья, ну что, все? Едем домой. Немножечко как-то сегодня так скучновато, мало народу. Город еще не ожил. Город еще не вернулся. Ну и тут какие-то пробки сплошные. Все ремонтируется. Ну ничего. Все впереди. Скоро совсем уже будет тепло, лето. И можно будет приезжать попозже. Отремонтируют и город. Вот уже совсем. Будет очень красиво. До встречи. Понравилось видео, ставьте лайки, печати. Ха, опять печати. Нравится, поставьте печать. Подписку о невыезде из моего канала. Поставьте печать и подписку, что вы из моего канала не будете уезжать.